Ничего себе. Взгляда в поворот, пропускаю поворот. Нужно ехать и следить вперед. Если не смотреть далеко, то пропускаешь время, когда надо оттормаживаться и куда занырнуть. Немножко.
хорошо. Это был неплохой круг, несколько ошибок было. Но в принципе неплохо. Я доволен. А вот то, что температура немножко повышается, мне это не нравится. Опаньки! Красивый кадр. Ребятки, короче, получается полный кайф от полного привода, ребята. И попку заносит, когда надо. В общем, я сейчас кайфанул конкретно.